Есть на продажу два баяна. У них там, может, из множества кнопок какая-то там одна-две не играют. Но баян так устроен, что они могут работать и без этих кнопок, потому что у них несколько октав. Сейчас я покажу, что за баяны. Потому что ремонтировать их сложно. Можно и починить, если будет кто-то за них платить деньги, там какие-то там 10-15 тысяч рублей. А если, допустим, тысяч за 5 отдавать, то я смысла не вижу с ними заниматься. Так. Значит, здоровенный тяжеленный баян Ленинград. Вид у него прямо таки военный. Тут такие железные штуки у него. Значит, все у него играет. Все басы. Ничего не западает. Вот, допустим, баян. Да можем мы играть, допустим, вот здесь какую-то песню. Можно играть то же самое здесь. Можно играть ее еще и здесь. В общем, понятно. То есть, допустим, если у меня какая-то одна кнопка здесь не играет, например, да? Какая-то одна, то это не страшно для баяна. Можно учиться, допустим, играть все здесь или все здесь. Главное, чтобы басы нормально работали. Поэтому вот такой есть баян. Если будет кто-то за него давать деньги, там, допустим, не знаю, 1015, я его, может, разберу, чтобы вообще все играло. Здесь вот какая-то не играет там. Уже не помню, какая. Тут какой-то есть. Есть небольшой где-то там шумок, дефект. Так баян, как баян. Второй баян. Сейчас поговорим, потому что из той же серии. Тоже большой баян, здоровый баян. Басы играют нормально. Тут у него вроде бы где-то вот здесь. Немножко отличается звук на сжатие-разжатие. Тоже надо разбирать, смотреть, где там что. Хотя можно вот это. Такая же кнопка есть у него, допустим, здесь. Тоже можно играть, что хочешь. То есть, если будет то же самое на него покупатель, там тысяч, допустим, за 15, за 20, можно разобрать, собрать, чтобы вообще все играл. Но я смысла особого не вижу. Если, допустим, обучаться, ну, не для того, чтобы концерты играть, там, выступать на стадионах. Ну, и не играет кнопка здесь одна, и шут на нее, как бы она нам и не нужна, допустим, первая. Кто будет играть здесь внизу, что-то здесь, какие-то, не знаю, фуги-уги. Пока басы играют все. Вот и все с этими баянами. Баянов много продается.